Здравствуйте, коллеги. Мы вновь на ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, какую компанию сегодня представляете. Здравствуйте, меня зовут Павел Сергеев. Я представляю компанию «Амбассадоры глобальных команд». Вы на нашей выставке впервые или уже много лет ее посещаете? И какие ваши цели у нас здесь? Нет, безусловно, я посещаю данную выставку регулярно. Да, в прошлом году, к сожалению, выставку не удалось посетить в связи с периодом пандемии. Сейчас, наконец-то, ситуация изменилась. Я очень рад видеть, что сейчас на выставке присутствует большое количество компаний ритейлеров, а также производителей. Собственно, основное наше направление деятельности – это услуга трейд-маркетинга. Мы занимаемся мерчендайзингом. И у меня тогда сразу вопрос к вам, как к профессионалу. Какой нынче новый тренд трейд-маркетинга? Давайте я, наверное, начну с прошлого периода. Если говорить о прошлом периоде, тренд был на снижение стоимости, на низкие цены, то сейчас, в принципе, производители направлены на финансовую и юридическую прозрачность. То есть всем очень важно, чтобы компания оказывала, скажем так, белые сервисы и прозрачные. Вот как раз наша компания именно направлена, цель нашей компании направлена на то, чтобы оказывать именно такие услуги. И все сервисы, которые мы предоставляем, они абсолютно прозрачные с юридической точки зрения, с финансовой точки зрения для наших клиентов. И, насколько мне известно, совсем скоро на нашем портале retail.ru выйдет интервью тоже с вашей компанией. Это правда? Да, все верно. Я думаю, что как раз к выходу данного видео уже будет интервью размещено на нашем портале. Я надеюсь, что в следующем году мы тоже увидимся вместе с вами. У вас будет много новых знакомств и партнеров. И желаю вам удачи в этом году. Спасибо большое.